точность исполнения трюков, невероятное чувство равновесия и филигранное владение велосипедом заставляло зрителей с замиранием сердца наблюдать за представителями одного из самых красивых и изящных видов экстремального спорта – велотриала. Молодой детский спорт, который буквально несколько лет как более-менее развивается у нас в стране. Велотриал многие считают первой и наиболее безопасной ступенью для тренировок спортсменов, желающих в будущем заниматься мототриалом. В этом есть доля правды. Однако самые известные велотриалисты уже долгое время остаются преданы любимому виду спорта. Триал, что касается опасности, как любой вид спорта, можно прыгнуть с дуру куда-то, а можно прыгнуть подумав. И, как правило, люди, кто участвует в соревнованиях, они стараются себя обезопасить и не делать каких-то суперфишек там с высоты или на высоту очень опасных. А делают это только на камеру. То есть в повседневных тренировках у них такого не присутствует. В велотриале существует два направления, оба из которых были в полном объеме представлены публике на празднике телеканала «Спорт». Первое из них – это преодоление полосы препятствий с элементами фристайла, а второе – выполнение прыжков в высоту. Это упражнение может выполняться как с разгона, так и с места. В прошлом году у нас, по-моему, был 1,64 м. Потом у нас еще было осенью установление рекорда. Значит, высота повысилась 1,66 м. Сегодня мы планируем еще забраться выше. Ну, как получится. И через планку тоже стали повыше прыгать. Опять на чуть-чуть, но повыше. То есть 1,14 м сейчас рекорд. Каждый сантиметр дается с боем и несколько месяцев. Вот кажется, что такое. Сантиметр, да, вот на таких прыжках, а это не так просто. Что, на 2 сантиметра? Не, много, назад. Вот так. Прыжки в высоту с места на велосипеде являются хоть и не экстремальным, зато чрезвычайно захватывающим, зрелищным и азартным занятием, как для самих спортсменов, так и для болельщиков. Борьба в этой дисциплине идет в прямом смысле за сантиметры и требует от велосипедистов полного слияния с двухколесной техникой, максимальной концентрации внимания и поистине железных нервов. Рекорд России. И вот прямо на глазах у изумленной публики в этот день сенсация на площадке велотриала состоялась. Я взял две высоты. Это прыжок через планку с места 122 сантиметра и прыжок в высоту с разгона 172 сантиметра. То есть первый рекорд я поднял на 8 сантиметров, а второй на 6. С каждым годом все сантиметры туже и туже растут, и пытаешься что-то делать, какие-то специальные упражнения, и вот они в итоге через год проявляются, эти сантиметры. Чем больше таких праздников будет, тем больше молодежи будет заниматься спортом. Это однозначно. Только соревнования, только турниры, только вот такие сейшены какие-то, они могут реально показать людям. Я не очень там прыгун высокий, но я чувствую вот эту вот подпитку от этой энергии, когда все вместе собираются, и каждый хочет что-то показать. Поэтому я за то, чтобы праздники были чем чаще, тем лучше.